Pretending we're in love, but it's never enough. Nah, as the stars fill the lonely air. Oh, how did we get here? Now, we see a storm is closing in. Pretending we can't hit. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to heaven. Hold on. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to heaven. Мы только что прилетели и не мог найти, как получить туристы, а вас там так плохо, как приехать до нашего отеля, все такое. Вот, сейчас ищем, здесь скоро найдем, и тут очень жарко. Климат очень влажный, как в Малайзии, но в Малайзии еще хуже, как не знаю. Вот. Молодец, как баня, тут нормально, может быть, чипимо, да. Вот, сейчас, надеюсь, найдем бастап, и очень устали, хотим кушать, блин, голодные, да, на Лизабон? Вот. Да, хотим кушать, надеюсь, найдем бастап, вот такие вот дела. Да, и надеюсь, кремчик сделать. И еще я решила снимать блог. Я не знаю, это я для себя хочу снять и выложить в YouTube, потому что, чтобы это все осталось где-то, воспоминания, все такое. Вот. Надеюсь, нормально получится. Вот. Вот так вот. Все. Мы сели на бас, нашли наконец-то все такие красные и уставшие, конечно. Да? Подруга идет на свидание завтра. С кем? Алия вообще спит. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Мы остановились, и первым же делом вот так вот выглядит наш задний вид на ресторане. Да, тут круче. Тут же надо. Долго тут. Мы, короче, там они сидели. Скучно было, потому что у всех зарядки почти что нет. Вот, очень красивый вид, кстати. Классно, очень красиво. Дай бог нам это ханеймун туда отметили. Мы примерно в даунтауне поселились. Вот такие вот здания. Да, и вот такая вот Тайпери. Где ты? Мне кажется, там, вон там океан, потому что люди возвращаются. Вот так вот.
спасибо, можно пожить. Отель называется Stay Hotel Waikiki. Вот, девочки забыли свои купальники и сейчас собираются, кажется, купить себе. Вот, сейчас посмотрим. Получилось. Будем купаться голыми. Короче, для сортинга, для цветов. Всем привет! Сейчас мы уже пришли в наш отель, делают чекин там девочки. А пока я вам покажу мой лук, потом может девочек покажу лук, но у нас все одинаковый. Суть в том, что мы на Гавайи, здесь все ходят в купальниках, в шортах, в майках, а мы как будто из Аляски, например. Я в свитшоте, которая очень теплая, прочитайте название, если сможете. И в штанах, которые очень-очень теплые. И в кедах. Десятитонный рюкзак. В принципе, у меня тоже такое же. Толстовка моя. Потому что я, оказывается, растирала ее. Да, и да, не буду. Вот такой вот у нас скромный озер. Oh,
Мендарца. Смотри, Мендарца. Я плачу. Я плачу. Не из-за того, что... Короче, я плачу не из-за того, что я сейчас начну. А из-за того, что у меня опять глаза начали шипеть. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Хавайская красавица уже. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Как вам, сестра? Классно? Отдыхаем. Классно. Всем привет! Мы собираемся на хайке. Тут люди проходят. Да, но мы ничего, не стесняемся, идем вперед, снимаем, вот. А, конечно, для
и для вас, да? Для моего YouTube-канала. Да, я тоже хочу открыть для себя, ну, закрытый. Вот. Очень жарко. Очень жарко, но понравилось. Да, я здесь. Дождя нет, тупой. Всем привет! Ладно, это выберешь. А мы обрежем, да? Там, где такие красивые, красивые, вот под деревом. И вот, сегодня мы взяли по сыну. Что такое низко? Ну вообще прекрасно. Середине блога. Спасибо большое. Благодарю. Мы приехали сейчас, я вам скажу, мы приехали. Очень красиво нравится. Мы приехали, ну-ка давай, сестра, я сейчас буду говорить. Мы приехали в Хомалухи, я бы это не полгаду. Сюда и приехали. Это река, находится в этом парке. Ну что, ребятки, обратно снимаем для вас, потому что просто где удачи получилось. Так, мы уехали в Хомалухи, я бы это не полгаду. Да, это очень красиво, прям очень красиво. Как на картинках, да, сказки вообще классные. Всем советую. Пока вы молодые, путешествуйте. Постареете, потом не можете. Особенно. Инвестируйте деньги в Apple, чтобы были деньги всегда. Айпери, айпери всем говорит так, но сама не инвестирует, так что. Я хочу инвестировать. Это когда будет деньги. А когда это будет? Очень скоро. Как вы думаете? Давай. Мне там мой брат, это 100 тысяч долларов.
I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets was cold, I made them slick like a ruler. I lost the light, and I'm Let's stop time and enjoy this moment, darling. Мы, короче, просто так увидели, что там один чувак, короче, кушает курочку, и мы такие, вау, он так аппетитно кушает, и Альберта говорит... Говорит, что это очень вкусно. Да, она попробовала. Я там курочку брала, я вам потом покажу, снимаю, я вам потом покажу. Меняйте весь мир. Дизайте, дизайте. Я тоже видела, что там очень вкусно кушали. У них сюрприз такое хрустящее, блин. Ну, сестра вообще. Осторожно. It's okay, baby. Странно. Все, мы прощаемся. И до этого было. Секьюрити. Че? Мы уже собираемся домой. И садимся на... Наконец-то домой. Заем золото. Сейчас будем чуть-чуть делать. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Я буду скучать. Вот.
спать хорошо, но домой лучше. Wishing on down the lines all of the time, praying to God that one.